Таксисты турецкой Анталии провели мирную демонстрацию против терроризма. 3000 автомобилистов приняли в ней участие. Во время мирного шествия они призывали прекратить теракты во всем мире. Отмечу, с начала 2016 года в Турции произошло 28 крупных терактов. В результате 8 из них, произошедших в августе, погибли 94 человека. Еще более 500 получили ранения. Этой акцией мы выражаем протест против такого зла, как терроризм. Мы не хотим, чтобы страдали невинные люди. Строго осуждаем действия доморощенных террористов, предавших свою родину.